Всем белка, с вами Катя Бельчик, и мы приехали в Снежный Владимир. Сегодня мы продолжаем праздновать день рождения нашего магазина. Сейчас мы пойдем расписывать брошки, угощать себя вкусняшками и, в общем, делать всякие разные интересности. Уже многие пришли заранее, и уже сейчас мы вам покажем. Девчонки уже стоят, ждут. Пойдемте вместе. Здравствуйте, дамы. Здравствуйте. Что вы ожидаете от сегодняшнего дня? Много позитива. Вот. Отлично. Вы сегодня первый раз, да? Да. Как вы о нас узнали? Моя одноклассница Света. Вы одноклассница? Так, Саша, ты уже у нас почитатель Белкашоп, естественно. Да. Что ты сегодня ожидаешь, что ты хочешь сегодня расписать? Не знаю. Ты, наверное, кулоны заказывала. Кто кулоны заказывал? Да, я говорю. Ты заказывала? Да. Ну вот, все для тебя привезли. Все, сейчас тогда пойдемте начинать. Да. Все, супер, я типа как этот, корреспондент. У вас есть карандаш? Карандаш? Нет, у нас нет карандаша. Не, нет у нас ручки. Ну, что же вы так влезли? Ну мы же снимаем, а вы влезли с ручкой. Господи, боже мой. Да не говорите. Не дай бог. Ну что, все, пока. Помахайте всем лапой. Во-во-во-во-во. Ух ты, сколько. Ой, ой, ой. Тихо, 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 тихо. Давайте, не сносим. Нет, так, пришли. Не толпитесь. Сейчас сразу передавай свой. Всем всего хватит. Раздевайтесь, кладете его туда под мешок, вещи свои не теряйте. Кому не досталось, можете вот сюда вставить. Потом вы проходите, не толпите. Кто первый раз пришел, поближе к Кате? О, боже мой, посмотри, сними это крупным планом. Ёжик в яблочках. Давайте кто, кого не знаю, рассказывает свои имена, никого не запомню, но все равно будем приятно знакомиться. И многие уже знакомые лица. Так, давайте только не толпимся, смотрите. Вы там как приходили, давайте, чтобы не ругаться, там, да, кто был попервее, тот первый садится. Ну, чтобы вот кто первый со мной приходил, там девчонки, да? Кто пока ждет, можно пока пройти, покушать вкусняшек, сока попить, вот, подождать. На самом деле, мне кажется, что все уже совсем знакомы. А кто не знаком, то как раз и расскажу. Выбираем какой-то цвет. У всех есть палитрочки. Значит, начинаем красить. Желательно 2-3 слоя. В принципе, двух обычно достаточно. То есть после каждого слоя все должно подсохнуть, чтобы ничего не сходило. У вас есть кисточки, все они одинаковые. Просто, пожалуйста, передайте сюда тоже кисточки с того края. А вы, кстати, все сразу можете потом тоже будете красить, чтобы запоминали. Ой, не стесняйтесь, берем. Тянусь как могу. Ну, кидайте, кто не может. Ну что ж вы, маленькие сами не обделяете. Так, ну, все равно пройдите. Да, все равно кисть. Это не то. А что, им тут-то снимают? Так, что тут происходит? Так. Никто ничего не ест. Почему пончики на месте? Не понимаю. Просто пока что кексы, типа потом... А, то есть все-таки кексы, да, как-то предпочтительные. Ну ладно, не стесняйтесь, вы что, потом будете видео смотреть, радоваться. Будете потом писать, я была в видео, я же знала. Мама, я в телевизоре. О, все пошло. Так, дайте-ка я туда протиснусь, девчоночки. Оп. Хочу стол поснимать, кто тут. А что здесь отсюда ушли, уже покрасили, что ли? Ангелина, рассказывай, что ты там красишь? Я крашу пончик. Почему белым? Не знаю, мне кажется, белый более снежный цвет. Снежный пончик. В общем, Данкин Донатс позавидует еще. У меня любимый пончик, вот как раз с нутеллой, он белый и с шоколадной крошечкой. Так, мятный Китти, как тебя зовут? Ярослава. Ярослава, вообще-то ты. Ну, красота, ну прям классика, в общем, выбрала. Сонь, привет. Привет. Это Соня, все ее знают. Так, поднимите руку, кто знает Соню. Все знают Соню. Поднимите руку, кто знает Катю. Меньше людей, да ладно, меньше людей у меня знают, чем Соня. Соня стесняется на самом деле, но она главная в Белкашоп. Без нее бы ничего не было. Да, и она очень любит свою работу и любит всех вас. И очень рада. Да, посмотрите, она довольна. Сейчас она сама, на самом деле, хочет брошку расписать, ей просто не дает. Да. Она немножко грустит. Ну, ничего страшного. Ладно, Соня, выбирай, мы тебе так и быть, выделим коллективно. Началось, нет. Котика детям. Вот именно. Вот видишь, говорит, вот именно. Смотрите, как девчонку накрасили красоту. Черничный пончик с малиновой посыпочкой. И просто белый такой вот минималистичный. Ангелина, держи, давай, примеряй пончик. Протискивай сюда, снимай, давай.
И тебе, лежи, вот так. Ну, надевай, давай, будем смотреть. Мне прям кажется, там зеленый, да. С черной какой-нибудь кофтой, или прям будешь надевать вообще, будешь смотреть. Тоже супер. Ну все, первые девчонки уже отстрелялись. Молодцы, какую красоту накрасили. Космопончик. Космопон тоже зайдет. Космопон. Блин, а... Мне просто технически не очень, у меня такая еда умалит прям. Ну, она как-то видит, как уйдет другая. Не, давайте, налегайте. Уберите. А кто любит овсяное? Соня, что за овсяное? Овсяное. Соня, я не хотел. Овсяное. Так, лис пришел. Спасибо. Никто не любит овсяное, потому что все любят овсяные. Положила. Можешь отодвинуть. Не осталось больше ежи. Так, что тебе пожелать? Знаешь, что дети желают? 1 000 000 подписчиков на канале. Сейчас как напишу. Мы с девчонками придумали интересную игру. Каждый называет 2 своих любимых блогеров. Реально очень интересно послушать. Бэткомедиан. Девчонки называют любимых блогеров. Бэткомедиан. Давайте еще раз, ну реально на камеру просто интересно, кто вот вам вообще, вот прям кого вы смотрите каждый день, кто там не каждый день видео снимает. Не стесняйтесь, давайте все потом попадут во влог, поэтому давайте, ну, в порядке очередь. Так, кто начнет? Саша. Саша, начинай. Ты точно знаешь. Давай, 2 любимых блогеров. Мы на камеру. Анастасия. А, Анастасия, я поняла. Да. Я все. О, как это? О, давай я. Надо, да? Еще раз что-нибудь. Ага. Вчера. Чуя, блин. Вкусненько. Так, так пойду. Да, вот это. Все. Так, все, все. Есть? Давай. Челка не так же, да. А можно ложку взять? Первый раз? Да. Раз, раз, все. Так. А что это значит? Там у нас близко всем белка, и я типа передаю привет. Ага, давай. Всем белка. Передаю привет подписчикам от Лены, подписчикам на канал. А, все нормально. Дальше. А, вот так, да, давай. Всем белка, передаю привет подписчикам Миланы, подписывайтесь на ее канал. Спасибо. Спасибо. Ой, сейчас я прям всех всего, чтобы вас всех заплатить. Всем!